Espresso nel 3 stai a 4. No? Tu sei бывали, да, стоп, а. Ну. Угу. Просто не было машины, я хотел скачать руку. Понял. Здесь вот они под этими местами, вот они любят общать. И они здесь уже ловят. Здесь у них уже есть фотография. Обычно не говорят, то есть я хочу такие вещи знать, потому что, знаешь, интересно. Я не знаю, может и не жестко ездишь, я просто никогда ни с кем не езжу особо, всегда сам за рулем, поэтому не сталкиваюсь. Может быть это будет ощущение просто с правой стороны, когда сидишь. Ты точно, я сижу тут, вот как ты едешь, вот как, мне кажется, я езжу точно так. Да? Ну, то есть я специально резко ничего не делал. Я не... Не, я наоборот, я хочу научиться более плавно ездить, чтобы начать. Просто ты сел за руль, сколько тебе было лет? 22. Два? А, ты и рано сел за руль. Я рано сел за руль. 22 это рано? Ну, я сел 18, но мне почему-то казалось, что лет в 30 ты сел. Нет, здрасте, 22 года. За 12 лет у меня машина. А, ну да. Время-то летит быстро. Ну да. Ну, я сел за руль очень в раннем возрасте. Я знаю, как помнишь, у тебя была первая машина, я уже... Уже десяток поменял. Понятно. У меня было ощущение, что ты не такой уж крутой водитель. 12 лет уже за рулем нормально. Я считаю себя хорошим водителем. Что? Я считаю себя хорошим водителем. Никуда не попадаешь, значит, нормально.
болит одно, а на подсознании другое. Просто погулять, верно, действительно, Мерседес более прилично, даже старый. Ну да. Молоденькую девочку, 20 лет, больше привлечен, чем новые там фонды. Mm-hmm. Девушку, которая хочет с тобой провести свою жизнь, родить тебе детей и семью, она больше заинтересована будет в парне, у которого минивэн или джип, куда посадить детей, mm-hmm. нежели в местной какой-нибудь спортивной машине. Ну, оно как бы правильно, но я думаю, что они уже, скажем так, они уже так не думают. На подсознании. Девочка просто думает с тобой погулять, поспать, чтобы было подружкам завидно. Она бы хотела бы, она хочет мальчика, у которого кабриолет. Алло. Привет. Прекрасно. Своими делами. Вот своими делами и занимаюсь. Папа, я занят сейчас. Что ты хотел? Я к вам вечером приду, пообщаюсь. Хорошо, ладно, пап, все.